Все проверено, все проверено. Вы тоже можете подышать, может, вас тоже продезинфицировать? Ой, спасибо. Не, не надо. Спасибо. Заходи, подписывайся на канал Ани Портер, она снимает различные интересные видосы, распаковки, покупки с Алиэкспресс и видео о красоте, и также много других видосов. Заходи, подписывайся, ссылочка будет в описании. Ой, да, как я уже запарился вот тут жить, в этом доме, всех уже переел, скучно тут, тараканы везде бегают. Да, надо бы валить с этого дома, ничего тут интересного больше нету. Пойду куда-то я в какой-то новый город, поубиваю новых людишек, а в этом захолустье уже нечего ловить, поэтому все, давно уже тут новых жильцов не было. Ах, уже никто сюда не едет, никто дом не покупает, поэтому до свидания, домишка, все, валю я отсюда. Кто это там идет? Это что, новый житель? Новый житель там идет? Прятаться, мои! Сюда. Так, это что, новый житель пришел? Рано, я надумал переезжать с этого дома. Да, буду я его пугать. Так, новый ужин пришел мне в руки. Так, опять какой-то дебил купил вот этот страшный дом. Да ничего страшного. Я его сначала... Я его сначала попугаю, а потом сожру нафиг. Да, все, надо придумать какой-то план, как бы его сожрать. Все, сейчас что-то буду думать. Так, куда он идет? Ходит, рассматривает. Он даже не знает то, что тут за стенами кто-то есть, то, что я за ним наблюдаю. Да, иди в туалет. Так, сейчас я пойду. Так, он там долго будет в этом туалете? Мне надо туда зайти. Так, идет. Куда он идет? Ага, наверное, на кухню пошел. Так, у меня не зря тут есть тайные всякие проходы в этом доме. Не первый год я тут уже живу. Так, надо за ними типа наблюдать. Он на кухне 100%. Сейчас, даже не знаю, то, что тут я смогу на него смотреть сверху. Так, все, сейчас буду наблюдать, что он там будет делать. Говорят, что в этом доме происходят просто какие-то ужасные вещи. Тут какие-то семьи умирают, и каждый человек, кто сюда заселяется, умирает от неизвестных рук. Но я в это все, конечно, не верю, это все полнейшая фигня, ведь это просто сказки и легенды. В этом нет ничего страшного. Просто это показалось. Это просто у меня вот на фоне того, что я вот думаю, все как плохо, у меня какие-то галлюцинации. На самом деле тут ничего, кроме этих тупых тараканов, нету. Вообще ничего нету. Ой. Но все равно дом страшноват. Эх, тупые тараканы, как они меня бесят, на, падла! А ты чё, смотри, а ну идите сюда, говнюки, зеленозады. Нет, это просто, это уже просто какой-то трындец. Я не могу с этими тараканами жить. Я понимаю, паутина, но тараканы... Нет, нужно вызывать просто этого чистильщика этих тупых тараканов. Я не могу просто так больше с ними жить. Где мой телефон? А, так. Алло, тупые чистильщики, мне нужно срочно чистильщик на адрес... Какой тут адрес? Очень страшный дом. Мне нужен срочно сюда чистильщик, убить тараканов. Срочно, убийца тараканов. Завтра, да, утром, точно. Все, жду. Скажи, мы уже приехали, это тараканы, это просто жопа какая-то. Чистильщик тараканов, да, значит? Ага, я знаю, что он собирается делать. А может, я прикинусь вот этим чистильщиком и придумаю какой-то план такой креативненький, чтобы его зарезать и съесть. Так, все, значит, я завтра к нему приду, раз он его ждет. Так, все, пошел собираться. Так, сейчас я переоденусь вот этим чистильщиком тараканов и пойду к нему, надеюсь, что он дома. Открывайте!
Здрасте, вызывали чистильщика тараканов, вот я пришел. Чистильщик, а вы сами случайно не таракан? Да какой таракан? Да по мне не видно то, что я в защитном костюме. Чистильщик тараканов, пошли, где у вас тараканы, показывайте. Да, посохом будете убивать тараканов или что это? Ну, нет, вот смотрите, это опа и все, это, вот смотрите, опа и тараканов нет. Вот видите, вот это все да, летает, вот ну, это хорошо, я их травить хорошо, буду. Хорошо, быстрее, быстрее, ну проходите, проходите, вот тараканы, бейте. Где бейте. Тараканы? Сейчас, много я вижу быстрее. Вас тут тараканов. Вот, давно завелись? Да, вроде давно, да, завелись тараканы вот тут, давно. Да, видимо, это. Я не знаю, сам недавно туда заехал, как бы вот тараканы да, мешают. Да, бейте, мне бейте. Тоже, тоже надо ехать. Да убейте, тараканы. Убейте его! Да этого не могу, как-то залез прям вот этот диван, не могу его вычистить оттуда, да что ж такое-то творится? Ладно, сейчас ладно, под... ладно. Не, не могу, ладно, я, не ладно, могу. Ладно, пофигу, это моя, я... это какой-то странный, ладно, не важно. Ладно, еще тараканы. Еще, вот тут еще таракан, вот тут, еще вот тут один. Подождите, подождите, надо спай. О, вот еще, вот еще, вот, вот, так, да, да, все, еще, еще. И вот еще один, да, да, все, так, все, так, все. Так. Все, все проверено, все проверено. Вы тоже можете подышать, может, вас тоже продезинфицировать? Ой, вот не, вот спасибо, это, спасибо. Дезинфицировать, не, не надо. Не, спасибо. О, нифига себе, смотрите, я какую-то карточку нашел, может, что в подвале тараканы есть? Не, в подвале тараканы не водятся, не надо туда идти, там никого нет, в подвале... А, как раз таки водят, да ладно, пойдемте посмотрим, что вы боитесь, пойдемте, нужно тараканов убить. Да, я всех уже убил, да я уверен, никого там нету больше. Пойдемте, пойдемте. Да что ты? Да это, наверное, просто, ну, муляж, как бы, вот. А, муляж! А вот знаешь, да. вот ваши тут тараканы давно водятся, может тараканы их сожрали давно, и все. Вы же недавно, да? Не... Это просто, наверное, игрушки, да, вот посмотрите, тут все. Ну, да. Никаких же дьяволов, вы их, да, построили. Да, вы же не видели раньше, вы же недавно только заселились, как я знаю, да? Да. Да. Да, вот этот муляж, ничего тут нет. Вот хорошо. Вы верите вот в эти всякие легенды про аниматроников, там вот это вот про все. Кого? Кого? Да какие-то аниматроники, я говорю, сам начитался каких-то легенд про этих продумки. Так, да. Вообще такого не существует такого. А, да, ну я и говорю, фигня какая-то, да? Да, конечно, да вот, все нормально, не беспокойся. Ну хорошо, все, ладно. Все будет пойдем, в порядке, пойдем тогда отсюда, я не буду больше заходить, как бы, да, фигня какая-то. Да. Пойдемте, подождите, может еще вот тут есть, быстрее да сюда. Да где? Да мне, да не, вот я там их ни разу не видел. Не, да, мне кажется, там никого нету. Нет. А, то есть вы уже здесь... Да я заглядывал, вот, когда мы проходили, я вот так быстро дверь открыл и заглянул. Да, видите, никого тут нету. Вроде да, вроде ничего. Пауки, паскуда, пауки! Бейте их, всё. А, нет, а это же игрушечные пауки. Кого бейте? Вы же сами не знаете. Да, вот. Где тут еще игрушки нет? Ну ладно, в принципе... Не, ну подождите, но я последний раз предлагаю вам тоже нюхнуть. Вот это, нюхните. Не-не-не, спасибо. Да подождите, ну это же дезинфикация. Все. Не-не-не, спасибо. Я не хочу дезинфицироваться, мне и так нормально. Да ну разочек. Ну просто уснете и проснетесь, и все. Не хочу я засыпать. Ну же у вас же. Ну хорошо. Лечит от бессонницы просто. Вот раз уснули и не проснулись. Ну, потом, конечно, когда-то, вот. Ну вы обращайтесь, если что. Я всегда. Да, рядом. Хорошо, конечно, обращусь. Вы заходите, еще заходите. Да я зайду. Я всегда рядом, не переживайте. Вы звоните, да. Если что. Звоните. Да, и у меня зайду. Всегда теплый прием для вас будет, все будет хорошо с вами. Да, хорошо. Все, до свидания, до свидания. Да, до свидания, до свидания. А что это вы переоделись обратно? Да все, после работы, все, снял. Да, да. До свидания, до свидания. Ладно, до свидания, до свидания. Так, ночь на улице, мне кажется, он уже спит. Вот сейчас его как раз-таки смогу захавать. У меня есть план А и план Б. Если он спит, я его сейчас зарежу с этим ножиком. А если он не спит, если он проснется, то у меня есть специальные травы, которые я подмешаю ему в чай, я ему предложу выпить чай за то, что я потравил всех тараканов. И вот тогда он уснет, отравится, и вот тогда я его захаваю. Так, он спит тут, Что, паскуда? Я пришел проверить, тараканов нету больше, тараканы, где тараканы? Вот где-то услышал, тараканы ползали, нету? Ты вообще нормально, я чуть не откинулся. Ты как с того шоу, без стука, вообще нормально тебе? Двери надо закрывать, двери! Не закрыл двери, понимаешь?
Хорошо, что я пришел. А что это в руке у вас да такое? Вот на таракан. А, да это ножик, не обращай внимания, это тараканов ищу. Вот, а если бы не я пришел. Ну, против тараканов, да? Да, ладно, ну хорошо. Ты смотри, ты двери закрывай в следующий раз, если бы не я пришел какой-то маньячин, а? Повезло тебе то, что я не маньяк и не убийца какой-то, да? Да. Это, тогда давайте, раз уж вы пришли, я вас чаю, но чай. А, чачи, конечно, пошли, я тоже хотел предложить. А, давайте, я не люблю вот тут, вот мне не нравится это место, тут везде паутинка. Я вас на улице подожду, вот там, где в сторону кладбища. На улице, да. А, да, я сейчас заварю, я сейчас приду, ждите меня там. Да, да. Да, сейчас я приду, сейчас я приду. Давайте, я пока вас устроюсь. Вы там скоро придете, да? Да, я уже иду, Господин чистильщик. Да, вот, а только одна кружечка. Да что так сложно-то? Одна кружечка только, Вы На меня не хватило, только на вас. Что это такое? В смысле? Ну что, господин аниматроник? Думал, я не понял, кто ты? Какой аниматроник? Держите свой чай, аниматроник. Какой аниматроник? Ты думал, я настолько тупой, чтобы не понять, что ты аниматроник? Я изначально купил этот дом, чтобы тебя убить, а ты, глупый, поверил, пей свою отраву. Я не аниматроник, я просто чистильщик, и все. Да, чистильщик, а кто меня чаем хотел отравить? А ну пей, да, пей. Ничего там нету, я не пью чай, нет, противопоказано. Естественно. В общем, прощайся с жизнью, аниматроник, не будешь ты больше... Не будешь ты больше убивать людей в этом доме. Никто больше не умрет, кроме тебя. Я никого не убивал! Нет, пожалуйста, остановите! Нет! Наконец-то! Не.